Мы потеряли множество отважных бойцов, но их жертва не была напрасной. Наши танковые части представляют собой такую стальную силу, которая без труда сокрушит фашистские войска. Сегодня мы станем свидетелями падения Зиела, а также всех глупцов, что посмеют встать на нашем пути. Отважные солдаты 3-й ударной армии, товарищи, сегодня мы прорываем германскую линию. Прорвите железнодорожные станции. Дима, я тут. Внимательно посмотри на кисти.
судьба улыбается нам. Я убил. Когда мы дойдем до Берлина, немцы узнают, что за зверя они разбудили. Среди пуль, крови и смерти я узнал, что мой старый друг еще жив. Дмитрий Петренко! Я видел, как этот человек раз за разом обманывал смерть во время осады Сталинграда. И пока он жив, дух этой армии не будет сломлен. Мы все гордимся им.